Тероризм у найогіднішій формі, а так Європейський Союз охарактеризував напад терористів Хамас на Ізраїль. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС солідарний з ізраїльським народом і підтримує його право на захист. Детальніше про ситуацію в Ізраїлі поговоримо з Сергієм Ослендером, журналістом Ізраїлю. Розпитаємо більше деталей про оперативну ситуацію. Пане Сергію, я вас вітаю. Да, добрий вечір. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що відомо на цей момент, що відбувається зараз в вашій країні? Ну, в даний момент события еще в развитии, там еще продолжаются в некоторых городах зачистка такая активная, да, ищут террористов. Есть несколько мест, где террористы взяли заложников и с ними там забаррикадировались, там сейчас они блокированы, и с ними идут там разговоры, переговоры какие-то по поводу того, собственно, что дальше будет. Есть заложники, которых увели в Газу, израильтяне там, в том числе женщины, там говорили даже о детях, но это пока не подтверждается, сколько их вообще неизвестно совершенно. Что касается жертв, ну вот последнее, что нас давали, это наша национальная медицинская служба, это сотня убитых и около 1000 раненых, но, вероятно, это число увеличится. Там много военных тоже, потому что там несколько баз подверглись одновременному такому нападению. Короче говоря, у нас тут вообще кошмар и ужас, и никогда такого не было, и просто вообще непонятно даже, как про это рассказывать. Пане Сергію, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що країна знаходиться зараз у війні. І, цитую його слова, завдання виходять за межі військової операції. І віддав наказ військовим зачистити прикордонні з Палестиною території. Що це може означати на практиці? Де буде проходити ось ця лінія фронту? Пока непонятно. Сейчас для начала нужно зачистить свою территорию до границы с Газой, да, убедиться, что террористов не осталось. Там прорыв был очень масштабный. Что касается самого сектора Газа, ну, судя по всему, принято принципиальное решение о том, чтобы проводить там наземную операцию. Но как она будет проводиться, там, по какому принципу, тоже пока не очень ясно. Сейчас идет призыв резервистов. Вот очень много людей призвали, такой масштабный, давно такого тоже не было. Границы с Газой стягиваются армейские части, там бронетехника, артиллерия. Как оно там пойдет, тоже совершенно непонятно. Потому что, говорю еще раз, события в развитии, и вопрос еще остается открытым с севером. То есть, если Хизбалла подключится к этому делу, это будет уже совершенно другой расклад, и там последствия вообще никак не просчитываются. Я сьогодні спілкувався з експертами з Ізраїлю, і от вони кажуть, що навіть найкращі розвідки світу все одно не можуть все знати, все передбачити. А як от так от сталося, що розвідка Ізраїлю, яка є однією з найкращих у світі, не спрацювала на випередження? Понятия не имею, это вопрос очень большой, почему так проспали вот такую вот подготовку. Это спланированная операция, это совершенно уже очевидно, что это спланированная операция. То есть под прикрытием массированного ракетного обстрела они осуществили прорыв на территорию Израиля. Цель была именно такая, убить как можно больше людей, захватить как можно больше заложников. Они этого вполне достигли, этой цели. То есть на какое-то время мы утратили контроль над несколькими населенными пунктами вообще, они их полностью контролировали. То есть там тела убитых лежали буквально на улицах. Ну, короче, пока не очень понятно, как умудрились проспать такую масштабную вот, операцию, которая ну, планировалась, очевидно, месяцы как минимум. Так что на этот вопрос еще предстоит ответить. А как вы оцениваете взагалі от реакцию влады и ее коммуникацию с громадянами? Плохо оцениваю, потому что в течение нескольких часов вообще не было никаких там обращений. Да, собственно, до сих пор не было обращения к нации, насколько я знаю. Вот, и была очевидна такая растерянность во власти в первые часы. Потом, как обычно, собрались, мы мобилизовались, начали это все дело ликвидировать, но было ощущение такой растерянности, на мой взгляд. Дії Хамасу вже підтримав Іран. Як вважаєте, чого чекати далі від цієї країни? Это большой вопрос. Это вопрос на миллион долларов. Коллеги, я прошу прощения, у меня вызывают в эфир, я должен отключить. Дякую вам, пане Сергію. Нагадаю, це був Сергій Ауслендер, журналіст з Ізраїлю, про оперативну ситуацію в країні.